есть абсолютная уверенность в том, что эти очередные выборы в стране будут необычайно грязными. И, собственно говоря, мы уже видели, что кандидат в президенты Российской Федерации от партии власти господин Путин уже попрал нормы 4 часа на всех каналах по существу. Вещал в нарушение норм избирательного законодательства, выступал со своими предвыборными обещалками, хотя делать это можно только за 28 дней до выборов.